Всем привет, с вами Мария Бакалин, и сегодня мы с вами займемся ручками, а точнее мы выучим связку, которая поможет вашим рукам стать более пластичными, более объемными и не менее техничными. Мы начнем с маленькой разминки. Вы можете повторить комплекс за мной, можете сделать на ваше усмотрение. Главное, помните, что вы должны разработать все суставы, без исключения. То есть это будут плечи, это будут локти, это будут кисти, это будут пальцы. Начнем нашу связку. Она достаточно квадратная, то есть у нас будет 7 восьмерок. Между второй и третьей восьмеркой будет маленькая пауза, но сейчас не буду грузить, вы по музыке сами все почувствуете, это я уверена в этом. Но несмотря на то, что мы ее можем ровно просчитать, в музыке будут такие синкопированные моменты, которые вы сами захотите их обыграть. Не ровно сделать, а именно уйти в ритм, да? Но при этом мы будем считать очень-очень равномерно. Начнем. У нас такая поза в начале. Я буду говорить по стороне, то есть левая, правая. Но если вам будет зеркально удобнее это сделать, делайте как вам комфортнее, не проблема. Главное, в связке это не стороны. Поехали. Мы начинаем с такой вот красивой позы, утонченной. Смотрим на правую руку или просто в диагональ. Можете закрыть глаза. Я люблю закрывать глаза, допустим, в начале. Если вам тоже нравится эта фишка, пожалуйста. На первые два счета мы делаем акцент запястьями. Правое запястье, левое. Чтобы было лучше и удобнее это сделать, при этом чтобы акцент был легкий,
и плавный. Я советую придерживать плечо как будто средним пальцем. То есть мы фиксируем средние пальцы, опора есть для толчка, для импульса, и при этом рука остается плавной. Раз, два. Дальше идут волны, две параллельные волны, три, четыре. Или три, четыре. То есть свою линию, уровень линии, высоту вы регулируете по своей возможности, но не забывайте, что плечи должны быть выключены. То есть мы их спускаем, чтобы не было такого. Это не считается. Давай еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, почти 90 градусов, чуть больше. И пускаем волну с левой ручки, прям с пальчиков, вправо. Бум. Это одна волна, это семь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И на восемь правая рука поднимается тоже к левой. И левая в это время делает волны. То есть у нас по факту на восемь у нас несколько волн. Это первая восьмерка. Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше. Локти фиксируем, плечи внизу. Если чувствуете, что напрягается поясница, чуть-чуть присядьте в такое маленькое плие, неглубокое. И тогда ваша поясница будет и ровной, и не будет включаться в работу верха, и будет расслабленной. Фиксируем локти, локти смотрят в стороны, делаем раз, два. Такие полуволны от локтей. Очень-очень плавно все. Так, так, стараемся, чтобы наши линии были параллельные. Да, как дворники на машине. Так, так. Это раз, два. Раз, два. Дальше фиксируем левую, правая делает круг. Раз, спустилась и закрыли в диагональ. Следим за плечами, не поднимаем. Раз, два, три, четыре. Отсюда будут две волны. Толкаем, если удобно толкать левой, толкаем левой. Если удобно правой, толкаем правой. Суть не меняется. Мне проще толкать левой, потому что она в данном случае сверху, и проще, да, уйти, съехать импульсу, чем подняться. Ну, как вам удобно. Главное держать линии. Поэтому советую эту связку учить в зеркале. Две волны. Так, так. Дальше. Круг, правая рука поднимается наверх, но тут не разъединяем руки. Большой круг, пришли вниз, отсюда закрыли руки, вот так, или так, как хотите, пам. Да, то есть правая за левой, левая за правой вообще не имеет никакого значения. Главное сделать это все на контрасте, то есть объемное движение и более четкое. Бум. Или бум. Да? А по музыке я могу сделать два варианта, так что один раз может быть так, один раз может быть так. По настроению. У вас то же самое может быть. Соберем. Вторая восьмерка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше у нас пауза на два счета. Мы соединяем ручки. Вот. Соединили, через низ прокрутили, чуть-чуть замедлились. Вы можете даже увести корпус верхний чуть-чуть вперед, да, наклониться для убедительности. Хоп, и дальше будет толчок, мы делаем импульс локтями. Это следующая восьмерка уже. Бум, и продолжим, да? Соберем сначала. Счет как подготовка перед следующим восьмеркой.
сделаем такой собираем в кулачок. Начинаем с мизинца. Да. Отсюда. Неважно, какая рука сверху, левая или правая, абсолютно нет разницы, какая удобная, такая пусть будет. И раз, два, три, четыре. Дальше мы съезжаем, левая ручка ныряет вниз, правая ручка поднимается, крест-накрест, опять же, не важно, какая впереди, у меня тут правая, и мы собираем вот в такой лепесток. Угу. Следим за тем, чтобы плечи наши не поднимались, да, осанка не уходила никуда, не смещалась, угу. Подбородок тоже, и локти тоже не провисают. Можно, конечно, сделать и так, но это достаточно просто, и это достаточно уже привычно, поэтому можете, чтобы лучше почувствовать как раз-таки растяжку, да, чтобы растянуть мышцы запястья, пальцы, почувствовать лучше линию всей руки, то лучше, конечно, сделать крест-накрест. Еще раз. Отсюда. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше 7 и 8 будет. И по музыке будет ды-ды-ды-ды-ды. Захочется сделать подсчет, да, без музыки. Но в музыке захочется сделать именно под ритмическую часть. Но для удобства мы считаем 7 и 8. Угу. Или просто можете ты-ды-ды-ды-ды просчитать, чтобы вам было удобнее. На эти ты-ды-ды мы делаем отсюда. Выходим правой ручкой или опять же левой, неважно, какая спереди, та и начинаем движение. Мы выходим запястьями, вытягиваем. Раз, два, три. Та-да-да-да-да. И докрутили. То есть по факту у нас 4 штучки. Та-да-да-да-да-да. Можно больше. Главное, сколько бы вы ни делали этих движений, то есть это плавная такая волна, начинается от запястья, вытягивается вот прям перпендикулярно с полом. И дальше мы вытягиваем каждые косточки. Представьте, что вы тянете нитку какую-то, то есть очень натянутые, очень собраны, да, пальцы вместе, очень такое тягучее движение, не на расслабленных пальцах ни в коем случае, потому что получится каша, да, и не будет силы и энергии в этом движении. Поэтому отсюда мы вытягиваем. Раз, два, три, четыре. Наверх. Дальше следующая восьмерка. Мы делаем прокрут. Раз. Через центр, наружу, и в конце, как импульс, сбросили, кинули движение, бум, и из этой точки опускаем руки или в диагонали, или сразу в классическую позицию, что дальше мы будем работать вот в этой позиции. Можете сразу сюда прийти, можете сюда в промежуточное, как вам удобно, опять же. Мы делаем раз, кинули, и обратно повторяем, как реверсивное такое движение, такое же, но начинаем с финальной точки. И бум. Раз, два, бросим. Наружу, внутрь. Угу. Да. Получается, что у нас ладошки в конце смотрят в потолок, и потом мы быстро их переворачиваем. Или можете сделать сначала наружу, потом внутрь и бросить. Опять же, какая траектория вам больше ляжет. Главное это сделать хлестко, но перед этим наполненно. Опять же, не расслабляемся. Раз, два и вниз. Это раз, два. Дальше. Опять у нас ты-ды-ды-ды-ды. Да, синкопированная часть, но мы ее считаем ровно, чтобы лучше запомнить. Мы делаем волну, да, симметричную такую. Обе ручки работают в параллели. Поднимаем плечи, локти, запястье. И возвращаем запястье, локти, плечи, вернули наверх и спустили сразу в нейтральное положение. На все про все у нас по одному счету. Раз, два. Угу. Раз, два. И стараемся это сделать четко, очень-очень точно. Та-да-да-да-да, та-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Но при этом, если вам проще сделать пока что, да, плавно, делайте плавно. Но с мыслью о том, что это должны быть четкие точки, потому что, опять же, под музыку вам
захочется сделать более четко. Давайте попробуем. Сверху. И раз, два, три, три, четыре. Есть? Сейчас. С предыдущей восьмеркой, чтобы было понятнее. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, три, четыре. Один цикл. Три, четыре, три, четыре. Та-та-та-та. Можете так же начать, можете так. Два, три, раз, два, три. Да. Локти самые непослушные точки в этой линии, да, самые непослушные суставы, порой самые нерастянутые, непроработанные, поэтому если у вас будет вылетать или внутрь как-то неуверенно, или в стороны, то ничего страшного, с этим можно работать. Главное, чтобы вы почувствовали, что там тоже есть движение, оно не, волна не теряется, не провисает вот здесь. То есть как бы оно ни было, где-то угловато, где-то непонятно, да, все придет. Дальше у нас две большие волны. Пять, шесть, прямо вот от лопатки. В принципе, все, каждое движение в руке у нас начинается от лопатки. Но здесь прям почувствуйте. При этом не уводите руки назад, да, чтобы не блокировать лопатки, и не слишком вперед. Очень-очень широко, но в одной плоскости с корпусом. Да. Пять, шесть. Плечо, локоть, кисть. И кисть параллельно с стенкой. Да, то же самое влево. Плечо, локоть, кисть параллельно с... Да, тянем вот, локтем больше. И вниз тоже локтем. Угу. Пять, шесть. Выровнялись. И на семь, восемь. Точнее, больше на 7, мы должны сделать, ну, в идеале, две параллельные волны, при которых мы прячем руки за спину, так, чтобы локти не торчали. Угу. Давайте попробуем медленно. Можно одной рукой. Мы делаем раз, бум. Да, и рука уходит прямо сюда. Если не хватает пока растяжки, уведите их на поясницу. Главное, чтобы не торчало. То есть, да. Можно так, в принципе. Пойдет. Если можете выше, на лопатку противоположную, то тогда ваш локоть будет менее заметен. Но это каждому, да, по уровню растяжки. Та-та-та-та-та. И параллельно с правой рукой будет двигаться лево. То есть быстрые волны, и мы тянем локтем назад. Лопатка отводится тоже назад. Лопатка, локоть, хоп, и спрятали. И прячем вот такой крест, крест-накрест. Да, это будет как контрольная точка. Да, да, и проверка ваших локтей в том числе. Давайте попробуем это на 7, да. Весь фокус в том, что это будет на один счет. Можете сделать на 2, на 7, 8, если пока вообще непонятно, как это сделать. Та-да-да-да-бум. Та-да-да-да-бум. 7 и 8. Опять же, несмотря на скорость, мы дотягиваем до конца линии. Не бросайте ваши руки, не расслабляйте пальцы. Раз, два, бум. Бум. Та-да-да-да, хоп. Та-да-да-да, бум. Та-да-да-да, бум. Угу. И на бум, то есть на 8, мы уйдем на правую ногу или на левую, как вам больше удобно. Как вы будете устойчивее себя чувствовать. Мы уходим вниз. Так что дальше дальнейшая восьмерка была видна со спины. Или же, если вы будете это накладывать эту связку дальше на корпус, на технику и придумать ваши связки, на что я очень надеюсь, вы можете этот момент просто повернуться спиной, никуда не уходить вниз и там, просто спиной повернуться. Но с другой стороны, когда вы уйдете вниз, да, это будет как контраст вашего движения, вашего танца, и это будет интереснее смотреть. Да, то есть тут несколько вариантов. Можете вообще сесть прямо на пол. Главное, чтобы руки были видны. Угу. Да, это будет 8. Условно. Угу. Спина прямая. То есть, опять же, руки нам помогают вытолкнуть грудной отдел и сделать ровную красивую спинку. Хоп. Да, давайте соберем. Сначала подсчет. Сделаем.
сможете целиком, да, потом это все отрабатывать, репетировать, вместе со мной танцевать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Есть? Давайте соберемся сначала. Один раз подсчет, в следующий раз под музыку. И идем дальше. Угу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, пауза. И следующая восьмерка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Есть? Под музыку. Дальше мы разворачиваемся в диагноз.
движением наверх и вниз. Раз, два, три. И на 8 закрываемся. Закрываем ручки не под углом. Да, и вы можете их прям приклеить друг к дружке, соединить, если у вас тут нет бижутерии. Если у вас что-то есть, лучше, скорее всего, да, лучше придержать такую маленькую дистанцию, чтобы не нарушать тело. Две параллельные. Это будет 8. 8. И локти мы фиксируем на уровне груди. Хоп. Да, сама точка опоры, точка соединения, больше локти. Давайте еще раз соберем эти две восьмерки. Еще немного. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прокрутили. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, вернулись. Все просто. Да? Главное амплитуда, опять же. И руки не ходят. Ты не весла. Угу. Конечно, они чуть-чуть в руки по инерции немножко передается движение, но стараемся максимально изолировать плечо, плечевой пояс от локтей особенно. 7, 8. Да? Дальше мы открываемся, держим правую руку, левой открылись как крест, смягчаем, перевернули, смягчаем, раз, два, и можем выглянуть сюда, увести голову сюда, если удобно, если вам откликается игра, если нет, может, зависит от образа, вы можете оставить голову, шею статичной, да, как и все остальное, вертикальная ось, и раз, два, три, четыре. Там на 3-4, опять же, как и вот здесь, там три точки. И мы делаем три маленькие волны. И уходим на уровень с грудью. Угу. Сейчас. Раз, два, три, четыре. Дальше. Правая рука. Немножко татинга. Любимого. Да? Мы съезжаем ладошками друг на дружку. Левая сверху. Но проще ориентироваться по руке, которая будет сверху, а не которая в стороне. Абсолютно прямые линии, четкие. Раз, два, да, и будем чередовать. Правая вверху, левая вверху. Правая вверху, съехали, открыли ладошки и ныряем. Да, то есть спустились на уровень ниже. Плечи, естественно, в нейтральном положении, конечно. Еще раз. Отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Есть? Дальше. Фиксируем локти, они так и остаются на месте, в стороне, четкие, красивые, уверенные. Да? Левая рука открывается наверх и рисует круг и уходит вниз, правая наоборот. То есть левая вверх, правая вниз. Уходит. Хоп. И соприкасаются они в запястьях. Отсюда волна, волна, неважно какая. То есть можно сделать две одинаковые на два счета. Да? Там не две. Там по одной на каждую ладошку. Можно сделать раз, два. Можно сделать наоборот. Раз, два. Любые варианты. Прямая, обратная, сверху, вообще не важно. Да? На два счета. То есть тут очень все детально, поэтому старайтесь опять же дотягивать эти все линии. Да? Чтобы такое просто непонятно, что или такое. А дотянуто, уверенно. Давайте еще раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. 3, 4. Дальше у нас еще немножко геометрии, мы заканчиваем. Правая рука смещается на уровень с плечом. Да, и уприте, да, зафиксируйте ладонь прямо на ребрах вверх. Угу. И левая уходит, проворачивается и уходит наверх. То есть получаются такие два
дальше две восьмерки, которые идут как на убывание перед второй частью музыки. Поэтому мы тут тоже считаем, там две восьмерки, но они как не с таким явным ритмом. Да, мы отбиваем ритм, но там не такие сильные доли. Там как фоновый больше даже режим. Но тем не менее мы его обыгрываем. И возвращаемся через такие отсюда, из этого положения, мы начинаем как пульсировать запястьями по очереди. Вверх, вниз. Так, 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 так. Любая траектория, главное вернуться в исходное положение. Да? Сейчас по музыке все поймете. Давайте соберем вторую часть снизу. Да, и потом пройдемся с музыкой от и до несколько раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Можете сделать одну восьмерку. Да, тут по музыке все поймете. Вам она продиктует ваше прочтение. Да? Главное без суеты, даже вот не так ярко, как я сейчас сделала, еще спокойнее. Так, так, как весы. Давайте еще раз сначала под счет и дальше под музыку. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Под музыку. Сначала.
Ну что, это была наша связка, наша ручная связка. Я надеюсь, она вам понравится. Я надеюсь, вы ее учили и танцевали вместе со мной сейчас, разбирали, дотягивали все ваши прекрасные линии. Я очень надеюсь, что она вам пригодится, что вы ее будете оттачивать, что вы ее будете накладывать на движение корпуса, что вы ее будете использовать в ваших танцах, на тренировках или в ежедневных, да, каких-то комплексах. Если вы захотите ее выложить в вашем исполнении, отмечайте меня, я буду только рада, видя вашу обратную связь, видя, что она вам зашла. Все, до новых встреч!